Так, ну что же, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами ваш покорный слуга Мамору, и сегодня мы поиграем в такую увлекательную игру, как Террария. В прошлых двух сериях вы можете видеть, как я убил на этих двух замечательных площадках двух главных боссов. Это Скелетон Прайм и Глаз Ктулху, ну точнее Близнецы. Из близнецов, мне выпали два артефакта. Причем выпали с большой вероятностью, я причем был очень сильно удивлен. Также мне выпал... Так, мне не выпали, к сожалению, ни одного артефакта, ни уничтожителя, ни... так... Этого... Скелетона Прайма. Но у меня есть все три аспекта души, и теперь я могу сделать самую важную вещь, как мне кажется, это... Киркотопор. Вот он, Киркопор. И да, у нас даже Буратака, открыто достижение. Драур Экс. Так, хорошо, это мы сделали. Все замечательно. Еще можно что-нибудь сделать? Все, вроде ничего больше сделать такого веселенького нельзя. Демотитву и Кирку я и дань уважения оставлю. Тем не менее, и положу ее где-то вот туда. Нельзя. Ну, нельзя, значит, выкину. А, понял. Так вот. Тыщ. Блин. Ненавижу эту фигню. Да. Вот. Все, хорошо. Следующий немаловажный факт. Вы можете посмотреть на карту. Я начал делать гигантскую пристройку к моему замку. Это я сделал для того, чтобы мобы... Тупо ко мне не приходили, не спавнились, поскольку прочитал я в Террарии то, что чем больше стен задних, тем меньше они спавнятся. И вот результат, так скажем, моих трудов. А следующее, что я хотел сделать, у меня тут лежит души, так надо положить души, эссенции. У меня тут лежит в хламе темный и светлый осколок. Я выбил с моей фермы, я давно их выбил на самом деле и все время забывал. Скрафтить из них немаловажную вещь. Эта вещь называется цепи ньян. Нужна мифриловое наковальня, и сейчас будет бомба. Души, вот они. 7 душ света. Сказал 7, взял 8. И 7 душ ночи. И у нас получается брюки при... Нафига мне это? Брюки превращаются в цепи ньян. У него 76 урона. Вместо штурмового лука. Цепи ньян. Возьму себе. Так, ну хорошо. В принципе, я даже более вооружен, чем нужно. У меня есть боевой топор. Который мне сейчас нафиг не нужен. Так, у меня есть киропор. У него 200% мощность кирки. Что сейчас я планирую сделать? Следующее, что нужно вообще по развитию в Террарии, это убить Плантеру, поскольку она... Следующий босс, по... ну, как сказать, по развитию. Для того, чтобы ее убить, есть несколько тактик. Одна из важнейших тактик, это... Я нашел офигенную тактику, кстати, с помощью телепорта и мегакула. Мегакула у меня есть, и телепорта у меня, к сожалению, нету. Так, не то шлем надет. Телепорта у меня нет. Мне сказали, когда я первый раз убил уничтожителя, то что... Мне должны... Блин, что я сюда попёрся? Ну, хорошо. Джунгли начали распространяться. Ну, ладно. Так, я выпил зелье, и теперь нам нужно найти хлорофиллтовые скидки. Вот, кстати, одно из сердец, которое мне нужно будет. Которые мне были нужны, чтобы набить 500 хп. Вот, хлорофит. Его на самом деле здесь очень много, так что искать, думаю, придется. Сейчас буду искать все на камеру я для удобства. И вот он. Торжественный хлорофит. Я долго к этому шел, я не знаю, я очень сильно рад. Вместе с сердец тут очень много. Я искал их именно с этим способом. Он еще хлорофитовый руда. На самом деле зелье шахтера это очень вещь такая полезная. Наткнулся также я в одном из сайтов, как сделать ферму хлорофита. Я сделаю ее обязательно в порядке. Поскольку, как же без хлорофита-то?
постоянный источник нужен всегда. Вот таким вот образом. И дальше мы пойдем искать. И думаю, это все будет в ускоренной перемотке. Так что погнали! И тут музычка должна играть уже. Так, ну, в общем, к какому я выводу пришел? Можно добывать этот хлорофилл, но лучше делать это за кадром, поскольку это очень долгоемкий процесс. Я сколько добывал уже и добыл всего 87 кусочков. И моя целенаправленная задача сейчас будет сделать из этого ферму. Сделаю ферму и в обязательном порядке я покажу. А сейчас я попробую сделать из этого хлорофита себе... Вот хлорофитовые слитки. Хотя бы 13 штучек. И непосредственно в порядке посмотреть, что можно из него скрафтить. Вот они. Все инструменты необходимые. Хлорофитовая сабля. 76 у меня урона. А у нее 80, да? Могущественную сферу. Не знаю, стоит ли мне это делать, но хлорофитовую броню я буду крафтить обязательно в головном уборе, поскольку, он лучше, чем святой сет, мне кажется. И еще, по-моему, из него можно делать из этих слитков грибные слитки. Я не знаю, что это такое на самом деле, я сейчас буду с вами разбираться, ребят. И создание хлорофитовой слитки, вот этот весь сет брони, хлорофитовая кирка, 18 слитков. 200 мощность кирки, поэтому она не отличается от киркопора, ну да. Я все верно сказал. Дальше что у нас будет? Отбойный молоток. Мощность молота. Зачем это сделано? Так. Посох яда, посох отравления. Так, бесполезно. Вот черепаший сет. Цель атаки. Вот грибной слиток. Автомолот. У меня автомолот. Я не знаю, где он. Вот.
и индукция по хранению бура. Я не знаю, где найти эктоплазму. Вообще не знаю, не имею ни малейшего понятия. И фитострела. В общем, ничего интересного. Я сейчас за кадром, естественно, ребят, постараюсь как можно больше найти этого хлорофита и что-нибудь с этим сообразить. Попробую. Ну, не обещаю, но буду пробовать. Так, немного покопав в пещере, вы можете видеть уже в моем инвентаре, сколько ресурсов я набрал. Этого, думаю, мне должно вполне хватить, во-первых, на ферму, во-вторых, на все, что есть. Так, для начала мне нужен торговец, продать ему весь ненужный хлам. Так, этот хлам был нужный, ну ладно, я уже продал. Как теперь делается ферма? Для этого нужны грязевые блоки. Желательно, один стак у меня за глаза хватит. Возьму с собой стеклянные пластины, например. И для начала нужно разделить на 30 штучек. Раз, тридцаточка. Потом. Два, тридцаточка. Ну и хватит, думаю, на этом. Три тридцаточка. Думаю, мне этого количества хватит для разметки. Что мне дольше нужно? Момент. А мы продолжаем. В принципе, еще пару блоков хлорофита. Оставлю тут, пожалуй, один. Думаю, этого за глаза мне хватит. Что ж, погнали. Для начала нам нужно место, где можно будет разместить. Я уже изначально подготовил для этого местечко одно. Думаю, хватит. Думаю. Не знаю, думаю. Блин, случайно получилось. Хотел, не хотел этого делать. Так, хлорофит. Все хорошо. И что ж, мы... Стоп, а у меня вопрос возник. А нужно ли это делать в джунглях? Алло, блин, я не знаю насчет этого. У меня лишь одно выкопанное пространство в джунглях. Ладно, если у меня расти ничего не будет, то я в любом случае всегда смогу сделать это в джунглях. Просто все переделать. А, или не знаю, ребят, на самом деле. Так. Ну ладно, стоп. Я ушел пока что оттуда. У меня смешиватель вообще. У меня есть смешиватель. Мне хочется проверить. Поскольку у меня... Я не знаю, ребят, у меня сомнения очень большие. Поскольку я... Слизни падают снегу. О боже. У меня возникло большое сомнение, поскольку я не знаю насчет этого. Совершенно не знаю. Что делать? Я знаю то, что они точно спавнятся внизу. Внизу в пещерах. Но насчет того, что нужны ли им джунгли, это надо сейчас гуглить. А когда я пойду гуглить, у меня вылетит запись. Этого не очень есть хорошо. Возьму с собой столько вот грибов, думаю, мне вполне хватит. Я оставлю здесь столько вот этих. Хорошо, дальше вернемся домой. Я надеюсь, это смешиватель. Вот эта вот херня, я надеюсь, это смешиватель. Ага, ну да, не руда, а... Понял. Так, ну 4 кусочка руды я оставлю. Из 4 я смогу размножить. Так, и окно крафта, вот они, хлорофитовые слитки. А, даже 8 осталось. Замечательно. Вот, хлорофитовые слитки есть. Возьму с собой, пожалуй, все. И смешиватель. Надеюсь, ты смешиватель. Потому что ты похож на что смешиватель. Ты не смешиватель, да? А что ты? Смешиватель. А, лол. У меня есть грибы. У меня есть хлорофит. А почему я не могу сделать то, что мне нужно? Алал. Создание. Этот. Листаем вниз. Грибной слиток. Необходим автомолот. А, ясно, автомолот. Автомолот где взять? Ой. Тяжелый верстак. Ты автомолот? Нет, ты не автомолот. И паровой котел. Так, паровой котел это не автомолот. Блин, плохо. Я не знаю, где он у меня находится.
Вот это точно оно. Походу, ребятам, я его нет. Печаль. Ладно, буду гуглить в Википедии, буду искать. Ну что ж, пожалуй, на этом можно и закончить серию. Всем спасибо, что смотрели. Всем спасибо за все, что вы делаете. Всем удачи, всем пока. С вами был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору. Всем ставьте большие пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока. Пока. Всем пиццу.